твердый стоячий фальц, это твердый стоячий фальц. Дело все в том, что я работаю в очках и вам советую, потому что от оцинкованного железа очень сильные блики, и поэтому работать с оцинкованным железом надо только в очках, желательно зеркальных. Если полароид будет, вообще будет супер. Так, приступаем. Отогнули кромку, малую кромку 30 миллиметров, большую кромку 50 миллиметров. Сейчас мы подрезаем малую вот эту кромку под 45 градусов. Вот. То же самое делаем с другой стороны. До конца, когда подрежешь, потом вот эти кусочки остаются. Ну вот теперь мы его с другой стороны. Здесь расстояние у нас должно быть 2-3 миллиметра, иначе у нас при разгибании железо будет напрягаться. Подрихтовываем с одной стороны, с другой стороны. И теперь вот эту вот часть тоже подрезаем под 45 градусов. Вот. Здесь теперь отгибаем на загиб, так, чтобы руки не сломались, не повредились. Вот, загнули эту сторону. Вот, получился такой вот у нас. Ну и с этой стороны то же самое. Здесь то же самое сейчас подрежем. Бросать нельзя с крыши ничего, поэтому руками все. Так, и здесь то же самое подгоняем поближе. И то же самое здесь отгибаем таким образом. Вот все. Эту часть можно тоже пригнуть. Вот, собственно говоря, все мы сделали стоячий. А теперь эту кромку мы отгибаем еще раз, вот эту вот сверху, то что у нас сформировалось, это у нас где 5 миллиметров, мы отгибаем кромку 20 миллиметров. Так, с этой стороны потом, с этой стороны, вот таким образом отгибаем кромку, у нас формируется стоячий фальц на парапете. Загнули теперь. Сейчас будем уплотнять. Вот мы сформировали ординарный стоящий фальц. Ну, чтобы у нас он был немножко ровнее. Здесь у нас сформировали вот такой вот стоячий одинарный фальц.